Так, не знаю, в продолжение, наверное, сенокос не буду отдельно с грибами показывать. Все в одно засуну. Сейчас хочу посмотреть, какой год. 15-го года они. В 15-м году я их заказал под сезон. Значит, сезон 15-го года они уже гребли. Да гребли они у меня очень-очень много. Я думаю, что гектар 100 каждый год точно. Плюс еще сенаж. Но вот такое вот состояние. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо. Я хочу сказать, что они отработали. Отработали. И вот это уже результаты на усталости металла. То есть так-так они стали лопать. В том году мы, наверное, 10. Ну вот они, видно. Вот это все менялось. Это заводское. Поменяли. Тарелки еще держатся. Турецких тарелок в запчастях нету. Пальцы подходят наши белгородские от вот тех грабель. Сейчас не знаю, покажу. От этих. Заказал две тарелки сейчас и пальцы. И, в общем, еду сгребать. Сейчас покажу, что получится. Прежде чем гребсти, хочу показать сено. Ну вот так вот после польской выглядит все. Лежало дня 3-4. Это погода была не очень, вот так оно лежало. И трава очень жирная. Так, начнем, наверное. Так, вот выставили. Поехали. Волки у нас после ешки, они такие широкие, наверное, метра 2. А так грабли турецкие сгребают сено. Нам еще, наверное, половина, чуть больше сгребать. Вот так, на таком тракторе. Трактор Т-25. Кто смотрит канал, уже видел наш трактор. Вот такие вот грабли. Вот после ешки будем сгребать. Сейчас посмотрим. Так. Сгребаю я на 3-4 передаче. Ну, сейчас я покажу, как это происходит. Чуть приподнял грабли, чтобы только рабочая часть касалась земли и не ломала колеса. Вот так вот я примерно еду, чтобы это колесо у нас захватывало сено. Вот так вот по волку, чтобы заднее колесо полностью переворачивало волок, то есть подымало все сено. Не знаю, как это будет видно. Сейчас попробую зеркала показать. Одному неудобно, но как-то вот так это происходит. Сейчас я еще добавлю несколько кадров. Покажу, как регулируется, как выставляется.
грабли, чтобы перебать сено.